Урок 24. Задача 1. Дан четырехугольник ABCD. Точка Е лежит на AB, точка F на CD. Отрезки AE и CF параллельны. Будут ли параллельны отрезки BE и DF? Если отрезки AE и CF параллельны, значит, будут параллельны прямые AE и CF. F. А отрезки BE и DF лежат на параллельных прямых. Значит, они тоже будут параллельны. Задача вторая. Дан треугольник ABC. AD и CE – медианы треугольника. Точка O – точка пересечения медиан. Параллельны ли отрезки ОС и БД. Отрезок ОС лежит на медиане ЕС и находится во внутренней области треугольника. Вот отрезок ОС на медиане во внутренней области. Отрезок БД лежит на стороне треугольника BC. Вот, на стороне. Сторона треугольника не может быть параллельна медиане. Значит, эти отрезки не параллельны. Задача третья. Дан треугольник BCD. Известно, что BC и CD равны отрезки. Угол CDE – внешний угол треугольника. DF – бисектриса делит вот этот внешний угол пополам. Градусная мера угла CBD – 40 градусов. Параллельны ли прямые BC и DF? Треугольник BCD равнобедренный с боковыми сторонами BC и CD. Значит, углы при основании равны. Значит, это углы по 40 градусов. Бисектриса DF делит угол CDE, а градусная мера этого угла 180 минус 40. 140 градусов, значит, делит пополам, значит, угол FDE 70 градусов. То есть прямая BC с прямой BE образует угол 40 градусов, вот этот угол 40 градусов, а прямая DF с прямой BE образует угол 70 градусов. Значит, эти прямые не параллельны. Задача четвертая. В треугольнике ABC угол А 36 градусов, угол Б 120 градусов, угол С 24 градуса. На стороне АС отмечены точки D и E, так что точка D лежит на отрезке АЕ. Известно, что BD и DA – это равные отрезки. Кроме того, BE и E – С равные отрезки. Надо найти градусную меру угла ДБЕ. Вот этот угол надо найти. Рассмотрим треугольник АБД. Это равнобедренный треугольник. Углы при основании равны. По условию задачи угол А 36 градусов, значит, вот этот угол тоже будет 36 градусов. Рассмотрим треугольник BCE. Это тоже равнобедренный треугольник. Углы при основании равны. По условию задачи угол С 24, значит, другой угол при основании тоже будет 24 градуса.
По условию задачи, угол B 120 градусов, а надо найти DBE. Значит, 120 градусов, вот этот угол 120 градусов, минус 36, минус 24, и получится 60. Значит, угол DBE 60 градусов. Задача пятая. Прямые А, Б, С попарно пересекающиеся. Давайте отметим буквами эти прямые. Так, допустим, вот это будет прямая А, Б, С. Прямая D параллельна прямой B и проходит через точку пересечения прямых А и С. На сколько частей делят плоскость эти прямые? Давайте сосчитаем все эти части. Одна часть, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая на 9 частей.